больше отыграть. Чел! Экстрим хак. Как бы это не мой ноут. А, ой, извини. Чувак, у него что-то точно есть. Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и наконец-то, спустя 4 месяца, модерация на Сабершоке. Что же это такое? Как вы знаете, у нас 1250 серверов, 27 режимов, и это все дело надо обрабатывать, смотреть, как все происходит изнутри. Есть ли какие-то токсики, есть ли какие-то читеры, и если есть, то нужно их убирать. Мы придумали систему, у нас более 100 модераторов, которые каждый день, каждый час, каждую минуту смотрят тикеты и заходят на сервера, модерируя их. И сегодня я стану этим модератором на несколько часов. Мы сегодня будем смотреть, как люди играют в CSGO, как они упаковывают свои читы, как они их прячут, как они отмазываются, как они врут. И самое главное, как я играю против читера 1-1 на дуэли. Сегодня будет интересно. Давайте наберем 20 тысяч лайков и не забудь подписаться на канал. Ну а если тебе понравится система модерации и ты хочешь стать этим человеком, то кидай заявку, она будет в описании, и возможно ты станешь модератором. Мы тебя ждем, потому что нам сейчас нужно пополнение. Сразу говорю, первое время волонтерство. Погнали! Читерство. АИМ. У нас нарушитель по имени Бэдун. У него один час на Сабершоке. Steam. Новый или старый? Нет, хороший Steam. 1500 часов. Последний в джангле. Проверяет Палас. Очень аккуратно навел персонажа по имени Крози. Кичина никого нет. Это классная ситуация. И он спокойно бежит с ножом. Хорошо. Шорт у нас два человека. Убивает первого, красиво. Убивает второго, тоже красиво. Игрок, он неплохой. Бэдун идет на шорт с ножом. Нет, чел. Я боюсь предположить, что все-таки у него что-то есть. Бежит с ножом. Обычно сюда флешки кидают. Да, да, да. Смотри, как он наводится. Не, не, да. Не. Я предлагаю его кинуть на... Я бы его спокойно бы уже, на самом деле, зарепортил. Но надо убедиться в том, что у него есть щит. Поэтому мы его вызываем на проверку. Я ему отправил приглашение на проверку. Если он отказывается, он получает бан на полгода, да? На 90 дней. А если же соглашается, и мы проверяем, что он чист, то он получает свободу и может играть у нас дальше. Он отказался от проверки. Серьезно? Он получает бан на 2160 часов. Причина отказа от проверки. Не, ну у него был чит. Да, это было заметно в конце уже. Нарушитель был наказан. Pistol Retake. Читерство. ВХ, что? Демираж играет в кичене. Ждет шорт, пытается убить, попадает в голову, убивает фландера, двигается плюс-минус нормально. Напоминаю, подозрение у него на ВХ. Услышал, что ушел в кичен, убивает тело, видит стейрс, помогает убить, убивает с разворота джангл и остается последний в яме. Проверяет зачем-то мидл и умирает. Я дождусь лучших моментов от этого персонажа. Пока что я вижу его чистым. Нарушение правил, оскорбления в чате. Так, что он написал? Токсичность. Он писал: осуждаю, сын шлю, мать твою, АФК, дью, ебе, аниме. Ну, это токсичность. О, чел. Ну, здесь надо приходить и говорить ему, что так человек нельзя делать. Так, за токсичность сколько мы ему баним? 12 часов, да. Все, ушел. Ушел человечек, он даже не хочет общаться с нами. Музыка в голосовом чате, я люблю такие тикеты, погнали. Так, я зашел на сервер, музыки нет. Какая пидораса. Что там за киберкотлетка? Ему сказали просто в чат, что шок на сервере, и он выключил сразу. Давай ножи, стой, давай ножи. Я подумал. Что ты за хуйня? Выкините, ты сервера, блядь. Кидаемся на него тикет, оскорбление. Все, блядь, тикет на премиум окс. Так, во-первых, разбрасываться тикетами, как сейчас ты это предложил, не стоит. Это ложные тикеты называются. И второе, человек по имени QQ Сачи, у тебя предупреждение за использование громкой музыки. А зачем ты включал? Она у тебя на фоне играет или ты просто включал через саундпэд? Шок, здорово, как дела у тебя? Ну все, все, спасибо, давайте, удачи. Ребят, ложные тикеты не кидайте, это карается баном. Давайте. Решили проблему, идем дальше. Кунг-фу, Кенни, читерство. Давайте посмотрим, у него нет ни одного сообщения в чате, серьезно. У него... Один час на Сабершоке, проверяет все от начала до конца. Напоминаю, у него подозрение на чит. Находит противника и легко его убивает. Следующий раунд, такая же ситуация. Сейчас он должен по реакции больше отыграть. Чел!
Подожди, у нас новый подозреваемый. Символ 2.0, что ты творишь? Сейчас спустится? Это, мне кажется, это он рофлит. У него 4-й левел, но это рофл, это рофл. Не, он рофлится, братан. 3 в 1. Противник сверху. Хороший он флик похож... попадает в голову, попадает в ногу. Похоже, он чист. Да, он чист. Чуть не умер от падения. Не умеет даже двигаться. Короче, ладно, я пропускаю этот тикет. Софт. Читерство. Очень интересно посмотреть, что такое софт на карте The Ancient. Редкая карта, редкий чит и редкий игрок на Сайбершоке. А вот и нет. 118 часов. Муча фапик. Шок, ты немного спалился. Он мне говорит, он пока шок. Не выходил. Нет, он сказал, шок, ты немного спалился. Если что, Симпл это читер. Мне говорят, что ты читер. Почему ты говоришь, что ты Симпл? Я не читер. Ты не читер? Я в основном скринчил, у меня на фасике 2-3. Чё, это шок? Где у тебя? На фасике 2-3. На тебя пришел репорт, дружище. На меня? Если хочешь, можешь проверку сделать. А почему у тебя 2-3, ты играешь с этого аккаунта? Я не знаю. Я с этого аккаунта больше. Молодой человек, муча пипика. Я жду тебя в дискорде, кидай свой дискорд чат. Ну ладно, короче, Паша. Да-да. Сейчас тебя проверят на наличие читов. Мы можем договориться за некоторую сумму. Не, я за сумму не буду. Давай. За 3000 рублей можем договориться. Да не, типа. Либо не 3000 буду... рублей, либо мы тебя сейчас проверяем. Нет. Ну бля, я просто не хочу скидывать. Ну окей. 3000 рублей скидываешь, и мы тебя не проверяем. Не-не, проверяйте. У меня нет читов, я отвечаю. Хорошо, вы прошли проверку, начинаем. Один аккаунт за обход блокировки. Ну и сегодня отказ, все. Посовещались, подумали, и выдадим тебе бан на полгода. Не навсегда, а на полгода. Это мы сейчас продумали небольшое изменение в сроках. Смотри, твоя задача не обходить блокировки снова. Будешь обходить блокировки, снова прибавится еще полгода. Мы проверили персонажа, он оказался чистым и получил разбан на первом аккаунте, потому что мы придумали новое правило. Читов не найдено. Так, ну что ж, идем дальше. И сейчас у нас есть тикет на читинг, а им прицел дергается. Паблик номер 14. Не пари меня. Нифига ты, да, она сказала. Кто-то... Ой-ой-ой, смотри, какая... Смотри, а Фостер реально... Чё-то мой смог. Подозрительно играет. Сейчас он наведется вниз, смотри. Не наводится? Наведись. Да ты видишь его. Плечо же видно. По идее, он не должен знать, где против. Он очень сильно лагает, как щит. А посмотри его пинг. 16. Ага. Он обходит джангл, думая, что там его нет. Типа. У него еще 23 на 4. У него один час на Сайбершоке. Есть бесплатная премка. Я и первый левел на Сабишоке, соответственно. Я предлагаю кинуть его на проверку. Он отказался от проверки. Я же тебе говорил, да он с подрум был, бро. Скорее всего. Ребят, да. Чел получает бан. Ну, а мы идем дальше. Слушай, мне кажется, это классный тикет. Он пришел на дуэли. Такое редко бывает. 4 часа у персонажа. Руку Том. А им алло. Я на проверку, как я играю. Ну, GoMM, нуб или напы. Ну, по сообщениям ему лет 13. Давайте посмотрим по голосу, сколько ему в итоге. На своем первом аккаунте я Global, на втором я Supreme, а это фан типа аккаунт. Я хочу с ним поиграть, это будет лучшая проверка для этого. Да, я уже записываю. О, неплохо. Чел, он нормально сейчас меня убил? Там как-то странно, прям на голову сразу. Чел, он ненормально стреляет. Записываешь? Да, чувак, записываешь? У него что-то есть. Подожди. Это не... Чувак, я так не могу. Я... Чувак, у него что-то точно есть. Я же задрот этих дуэлей. Да, у него точно что-то есть. Хорошо, маленький глобал. Иди на проверку. Алло. Добрый день, Игорь. Добрый. Мое предположение, что будет явно чит, он будет прикалываться. Тебе сколько лет? Мне 15. И ты сейчас мужское слово держишь и говоришь, что ты без подруба? Да, ты конечно. Это слово пацана? Да, слово пацана. Слово пацана, хорошо, вы все услышали, все посмотрим. Это кто? Так.
Это секрет. Это секрет. Это одноклассница, твоя краш. Твоя крашиха, да? Кто-то проверять будет или спрашивать вопросы. Зайти в корзину. Корзину? Кошек, да. Зачем? Зайди в корзину, бро. Не очищай ее, зайди в корзину. Зачем? Да зайди в корзину, это кошек. Что вам корзина? Зайди в кошек. Что вам корзина даст, вы мне скажите? Может мне вам... Нет, нет, играть я не... Нет, нет. Бро, прямо сейчас, если ты не заходишь в корзину, ты получаешь бан навсегда. Зайди в корзину. Нет, зайди в корзину. Зайди. Зайди в корзину. Пацан. Слово пацана кто давал? Зайди в корзину. А стоп, скинченджер можно? Можно. А, так у меня там скинченджер же только вот. Где? Автокликер, да? Это автокликер, а скинченджер все найду. Вот скинченджер. А самый верх еще. А вот это же такое? Экстрим хак. Это 2 октября. А, вот это? Да, 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 да. Как бы это не мой ноут. А, ой, извиняюсь. Это все меняет. Роман, мы извиняемся, мы сейчас восстановим ваш аккаунт. Это честно не мой этот. Это типа ноут моего брата, потому что мой еще сломался, он типа прогорел. Да. Это типа его крошиха. Это его крошиха. Да. Ну я типа серьезно, я без читов играю. У меня только скинченджер. Я уже испугался, что у меня скинченджер. Роман, вы получаете бан на полгода. За что? Ну это и правда не мой этот. Но... Если вы зайдете хоть раз с... другого аккаунта на Сабишок, вы получаете бан еще раз на полгода. Не заходите на Сабишок в течение полугода. Вы получили бан на этот срок. Обходить блокировку нельзя. Забудьте про наш проект. Спасибо большое за игру. И спасибо за нечестную дуэль. Я думал, что я играю с хорошим человеком по имени Роман. А сыграл с читером. Вот это же поинтереснее. Слушай, ну это прям шикарный тикет. Это прям, ух, хорошо. Нарушение ОСК родителей. Какой же ты дурак. Лютый скин для примки. Ой-о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 й
жмут. О, получается, у нас умножение идет. И сколько он сейчас должен получить? 24 часа мут за токсичность. 24 часа мут за токсичность. Сейчас получит. Он вышел с сервера, но мы все равно дадим сейчас ему бан. Управление игроками. Микрофон чат игрока. Вышедший игрок. Находим пыжно. Отключите микрофон. Оскорбление на 24 часа. Это на один день. Не дополнять информацию. Все, он получил бан. Ну, а мы идем дальше и заканчиваем. Ну, я думаю, что на этом моменте стоит закончить этот ролик. Тикеты были интересные, контента было достаточно. Поэтому все остальное уже ждите в новых выпусках. Они будут через месяц, может быть полтора, может быть два. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить эти видео. С тобой был я, Эрик Шоков, и Владислав Гуров. Это глава модерации на Собершоке. Ну, а следующий ролик на канале — это перспективные игроки в CSGO. Я взял интервью у двух игроков. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить этот ролик. До новых встреч. Пока. А, и тренируйся на Собершоке, играй на Собершоке. Ссылки есть все в описании. Я тебя жду.